Продолжаем мы с Леной спасаться. И, ребята, по-моему, меня сейчас отстрелят здесь, а? Лена, ты молодец, что там встала. Давай, держись. Вылазь уже быстрее. Сейчас, Лен, я тебя спасу, сейчас, подожди. Да где ты, блин, там? А чё я не могу так наверх-то стрельнуть, а? Ну, наводись ты уже, а. Готов. Все, Лен, давай, бежим. Надо бочкой воспользоваться. Может, там кого-нибудь... Может, кто за углом стоит, а? Ладно. Да мне что надеяться-то, мне надо вас отстрелять просто и все потихонечку. Вот так, раз и все. Давай с этой стороны теперь. Блин, мне бы калаш бы сейчас бы прям реально пригодился бы. Лен, ты хоть стреляешь по нему или что, или я тут один отстреливаюсь, а? Вот так тебе на. Давай, пошли дальше. Сейчас патронов соберем. Револьвер, однако. Ну давай, где ты там? А, это Ленка спряталась. Граната, это хорошо. Можно пульнуть кому-нибудь. Вот, с револьверчика. Вот так вот вам. Видал, как у меня револьвер стреляет? Ух ты, ох ты, братан, погоди, я спрячу. Есть. Ай, револьвер, красавчик вообще. Ой, он аж подлетел, нифига себе. 2 патрона осталось для револьвера. Мимо. Ну этот я... Ай-яй-яй, я попал в него, хорошо. Так, стоп, ну теперь-то мне надо пистолет обратно взять. Обратно взял. Так. А может калаш дадут? Вот, хорошо. Так, надо было по бочке давно уж стрельнуть. Патрончики тоже хорошо, всегда хорошо. Давай еще. Ох, мы вообще подготовлены. Да давай, крути. Крути, мы сейчас с Леной пройдем в этот проход. И тут еще патроны заберу. Давай пока... А, что, просто выхожу и все. Это была ошибка. Вот уж точно. Надо было повернуть до моста. Очень смешно. А, иди сюда, кое-что покажу. Она еще работает? Ага. Ленка постоянно с этой камерой бегает. Что она там уже столько материала наснимала? Видишь это здание в гавани? Там разгружались все прибывающие в колонию корабли. Если сокровища Эльдорадо доставили на этот остров, оно должно было попасть сюда. Минуточку, а это что? Что? Отмотай назад. Ну? Вот, стоп. Ага. Смотри. Это наш билет отсюда. Пошли. Билет отсюда? Видал, чё? Ленка. Ленкина камера нам и то помогает всегда. Ты не заметила? Нас меньше, а их больше. Ну, пока мы справляемся. Тоже мне. Елена, я не хочу, чтобы на моей совести был твой труп. Идем. Да брось. Хочешь сдаться? Пожалуйста. Только не вали ты на меня. Хорошо. Я сдаюсь, ясно? Я ухожу. Ты со мной или как? Что, и все? Ты просто забудешь про сокровища и даже про Дрейка? Лен, ну опасно. Знаешь, тут, реально. Ради этого не стоит умирать. Ладно. Все, пошли, Лен, все, уходим. Слушай, ага. Нам так и так придется вернуться в Нам так и так. Ленка очень хочет сокровища. Так что расслабься. Еще успеем это обсудить. Все будет круто. Все будет круто, пошли за сокровищами. Нормально такая. Стой. Теперь я поведу. Окей. Теперь я буду за рулем. Так, давай, садись, Лен. Прокачу тебя маленечко. Я не понимаю, как могла целая колония выпасть из истории? Так, чтоб тормозить. Ага, поехали. Мы тут не одни. Лен, ты будешь отстреливаться. Нифига у нее помповик, или что это у нее там такое?
Давай, 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 фигарь, бам, бах. И тому давай запульни. И мы поехали. Линк нормально стреляет, а? Что тут произошло? Весь город затопило. Ё-моё. Давай так. Еще, Лен, стреляй. Ой, Лена, ты куда пальнула-то? У меня в ушах зазвенело. Подожди, сейчас реабилитируемся. Поехали. Блин, откуда ты там стреляешь-то? А, вон ты. Ох, подлетел. Лен, ты больше так близко не стреляй, пожалуйста, ладно? Это было капец, конечно. Все, помчали дальше. А, нет, еще кто-то, еще. Ну-ка, развернись. Давай, братан, пока. Еще кто-то, по-моему, да? Все, поехали. Ох ты. Бамс, как мне нравится, да? Поехали. Вон еще бочки. Стоп, а если... Ой, Лен, погоди, назад надо, а то мы так можем... себя подорвать здесь. Бамс. Бамс. Ах ты. Где ты там? Я его не вижу, короче, где он там стреляет. Ладно, хоть патроны бесконечные. А, он вон там где-то. Ладно, давай ближе подъедем. Сейчас мы ему покажем, как надо стрелять. Минус один. Минус еще один. Давай еще, где он там стоял? А, вон он. На, держи, лови гранату, ракету, там, как называется-то. Пум, пушечка у Ленки-то вообще, смотри, не слабенькая такая. Ну ладно, нам тут с вами долго церемониться некогда, мы с Ленкой прорываемся, нам быстрее надо ехать. Ох, ничего себе, у него такая же пушка, как у Ленки. Ладно, он хоть кривой маленько, вообще стрелять не умеет. Но зато Лена хорошо стреляет. Поехали. Да опять, откуда вы тут все? Вы что, прям видите, да, где мы поедем? Бэмс. Чпокс, чпоинкс, чпоинкс такой, раз, в воду упал. Есть, давай еще по бочкам постреляем. Ты в детстве мечтала по бочкам пострелять? Вот стреляй, Лен. Сколько тебе возможностей-то, а? Ну попади хотя бы, а? Так, давай, еще вон одна осталась. Чуть издалека, может, ближе подъехать надо? Ага. Здорово, чувачок, и до свидания сразу. Такс, поехали. Вот здесь надо, наверное, перепрыгнуть. Лена, поехали быстро. Держись, Лен. Класс. Вот оно. Да, теперь бы еще попасть внутрь. Красиво как, а? Я как-то читала о проклятом сокровище Инка. Ты не думаешь, что... Не говори, что веришь в эту фигню. Ну-ка, вот здесь, ну, мы можем заехать, просто... нет? Залезть. Тут случилось что-то плохое. Не может. Нифига, давай назад. Взять и исчезнуть. Ладно, поплыли там. А как это объяснить? Ну и куда? И куда? О, давай вот здесь. Вылезай. А куда? А, вот же, вот куда я что-то туплю. Вот же выход. Все, выходим. Спасибо. Все, Лен, пойдем. Может, по этому канату можно забраться? Давай попробуем. Пойдем, посмотрим. Я останусь здесь, посторожу. Да а че? Ты пока придумай, как нам попасть в эту башню. Капец, мне как всегда одному все разгребать, да? Лен, ну ты ладно, карауль. Да ох ты! Что ли? Так, почти попал, да? Есть. Так, тебе. Ой, хорошо, там бочка такая. Только он далеко стоял от меня. Так, хорошо, идем дальше. Ай, куда я швырнул? Я, короче, куда-то гранату закинул. Возле себя, да? Во, калашечек, еще патрон. А что я, кстати, с калаша не стреляю, а? У меня ж куча патронов.
А я бегаю с пукалкой, так сказать. О, братан, братан, ты чё? Братан, так не надо было делать. Пугать меня, из-за угла выходить. Ох ты. О, нифига себе, зарядил мне. Сейчас еще раз, походу, прилетит мне. Да ты офигел, что ли? Уходи, 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 уходи. Эй, подожди. Чух. Стоп, отдышись чуть-чуть. Чуть-чуть сейчас отдышимся, и все нормуль. И все нормуль. Пацаны, сейчас мы с вами по-другому поговорим. Опа, очки, где там кто? Где там кто? Раз. Где этот опасный, который помпой фигарит? Че, он еще жив, что ли? У меня опять звенеть начало. Это вот как Ленка в тот раз шарахнула. Так же этот сейчас пытается. Да, блин. Сейчас уже и патроны на калаш закончатся. Ну че вы там? Да иди ты нафиг, а? Задолбал ты меня. По-моему, все. По-моему, я разобрался с ним. Ну все, давай, 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 давай. Этого сейчас поговорим с этим. А теперь пора бы, время настало собрать патроны. Патроны — это самое нужное в этой игре. Без патрончиков нам тут делать нечего. Нечего. Ах ты, блин, а ты посмотри на него. Ну-ка, давай-ка. Бэм. О! Видал, как я умею? Тебе тоже, что ли? На, то смотри, что. Так, все отдыхают. Пацаны лежат, отдыхают. Опа. Опачки. Давай, давай, что ты? Нифига ты живучий. Капец. О, я с калаша уже 50 раз, 50 раз убил. Та-данс, та-данс. Кто еще там? Кто тут самый смелый, ребятки? Кто здесь? Кто же здесь самый смелый у нас? Так. И все будет хорошо, ребятки. А знаете, почему все будет хорошо? Да потому что в дело, так сказать, вмешался Дрейк. А это все. Лен, о, Лен, здорово, помаши мне. Ой, блин, чуть Ленку не побили. Не пристрелили. Так, хорош, хорош. Значит, что мы делаем, что мы делаем? Надо прыгать. Походу прыгать надо. Все. Прошли те времена, когда мы просто ходили. Так, а чё, куда? Я что-то не пойму, куда прыгать. Опа. Наверное, вот сюда. Да? Или не вот сюда? Ну-ка, а чё там? Ах ты, вон он! Я тебе покажу, вон он, вон он. Так, чё там? Чё, цепляйся! Цепляйся дальше куда? За окно вон туда, что ли? Ну-ка, надо разбежаться, давай. Ты-ды-ды-ды-дын, давай, давай, давай. Опа! Там Лена нас ждет, поэтому надо быстрее, быстрее. Теперь Ленка поведет.